Лучшая защита от негативных высказываний в твой адрес – это способность быть толстокожим. И это единственная эффективная защита. Потому что ты не можешь помешать этому. Тебя все равно поймут неправильно. Если вы делаете что-то интересное для мира, у вас будут критики. Если вы совершенно нетерпимы к критике, то не беритесь ни за что интересное. Если вы сможете выставить броню, то только подумайте, насколько удивительной станет ваша жизнь.